Я сейчас отправил арабам, которые соблюдающие, которые Сахих Бухари знают чуть ли наизусть. Я им отправил эту страницу, они шокированы. Они шокированы просто. Я просто сам по национальности русский, я как бы читаю по-арабски, да, но допускаю ошибки, потому что я еще учу арабский язык. Но я отправил это арабам, соблюдающим. И они шокированы просто. Они сказали, что эта страница, что ты прислал, она отредактирована. Нет такого в Сахихе Бухари. Это ложь. Потому что это просто шок. Вот честно сказать, я сам не знал этого, да, но мой фильтр подсказывал, что это ложь. И вот сейчас я отправил на проверку, это хадис, он отредактирован. Бухари такого сказать не мог никогда. И сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. Это вы неправильно хадис этот приводите. Ты мне мозги запутал, я этот хадис до тебя еще знал.